Отдаем сердце детям. По таким названиям сегодня в Сургутском педагогическом университете прошла благотворительная акция в помощь детям реабилитационного центра «Добрый волшебник». Будущие филологи и лингвисты на большой перемене устроили вкусный флешмоб, раздавая выпечку за добрые пожелания подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Второй этаж первого корпуса СУРГПУ сегодня выглядел не совсем обыденно. В привычный пейзаж коридора вписались столы с кондитерским разнообразием и их авторами-студентами. Акцию «Отдаем сердце детям» студенческий актив и педагоги решили приурочить ко Дню всех влюбленных. Сегодня День всех влюбленных, а любовь и добро – это понятия взаимосвязанные. То есть мы дарим тепло, любовь. В данном случае студентам предлагается купить не за деньги, а за добрые, светлые пожелания. Даря частичку своего сердца не в буквальном, конечно, понимании смысла слова, проводя подобные благотворительные марафоны, будущие педагоги как минимум раз в месяц. Причем без отрыва от учебы. И в основном девушки. Юношей было совсем не видно. Они помогают нам во всем. Но просто они стесняются, может, на камеру. Разнообразные пирожные, плюшки, ватрушки, модные десерты студентки всегда готовят сами. 14 февраля – это тоже как бы наш день, поэтому мы как бы, не отходя как бы от кассы, и для себя любимых, и как бы для детей тоже. Написать добрые пожелания детям реабилитационного центра, получить за это вкусное поощрение, можно считать себя полноценным участником проводимой акции. Пусть и не совсем в привычном для большинства людей понимании Дня всех влюбленных. Для кого-то это просто название и не отмечают никак. А для других это торжественный день, когда дарят валентинки, цветы, конфеты. И просто люди рады, что они есть друг у друга. Хоть и считается, что студенты – народ бедный, но вазочка с пожертвованиями для детей центра «Добрый волшебник» наполнилась купюрами буквально за считанные минуты. За половину 40-минутной перемены частичку своего сердца, нуждающимся во внимании детям, подарили больше 80 студентов. Счастье – это безумно красивая жизнь, любви, исполнение всех их желаний, мечтаний и всего самого хорошего. Столько много слов, они уместятся на такой маленькой валентинке? Вроде уместились. Андрей Родионов, Сергей Бритвин, телерадиокомпания «Север».